Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 19 мая 2019 года, Харьков, Харьковская область. Я стою на грядочке, рядом с грядочкой, с высокорослыми метельчатыми гортензиями. И вот хочу показать. Это Candlelight. Ой, тут такая какая-то. И вот он отходит. Опять же, поздно открыла. Все мне скажут, надо было оставлять все ветки. Но не могу я так. Мне нужно укрыть и не переживать за эти растения. Вот. Это отходит Polar Bear. Limelight. Это у нас Magical Candle. Это... Пинки-винки. Это у нас Vim's Red. Вот огромный куст Vim's Red. Я буду его нормировать, потому что очень много побегов. Он тогда плохо зацветает. Его вот буквально в начале июня начну нормировать. Это Фантом. Это Pink Lady. И вот с таким легким хлорозом... У меня еще тут новые сорта. Ладно, о них пока рассказывать не буду. Это Magical Starlight. И, кстати, вот так вот стоит у меня. Не хочет никак отходить. Не хочет никак отходить. Это Melba Phrase. Ну вот, она, конечно, капризна. Капризно, ничего не могу сказать. Новый сорт капризно, но я надеюсь, вот проливаю корневую, здесь корневую укоренителем, увлажняю хорошо, чтобы работала смокот. И жду где-то снизу, ну хотя бы две почки. И это уже победа. И вот так дальше все отходит. Это Pink Diamond. И вот так вот потихонечку все отходит. О, такая красота. Это грандифлора отходит. Вот Везувию. Magical Везувию. Ну, конечно, очень много побегов. Ну, посмотрим, как он будет развиваться. Что он мелковат. Как по мне. Ну, посмотрим. Ну, что теперь. И, конечно, я Везувию продублировала. Здесь и Limelight, и ванила. Вот этом ванила, это Limelight, это Фантом. И вот еще две ванилки. А это... Сейчас я тут встану. А это Magical Moonlight. Вот такой замечательный Magical Moonlight. И, как я и говорила, видите, придерживает побеги. Когда был сильный ветер, у нас до 15 метров в секунду порывы были ветра с северо-востока, то получалось, что Magical Moonlight был защищен, и у основания не выламывались побеги. Вот эти вот 5 побегов. Вот такая вот защита. Это Magical Candle. А это у меня Диамантина. Вот там внутри почечка отошла. И потихонечку распускается. А это тот Magical Везувию, который в прошлом году пострадавший был. Ну, что-то отходит. Значит, корневая сохранилась и сохранились почечки. Сейчас я покажу поближе, что тут получается. Вот, вот. Если видно. Нет, плохо, не видно. В общем, где-то там сохранились почечки внутри, внизу, потому что верх вот весь этот пенечек, он не выжил. Все почечки вымерзли. Так, сейчас перейду на другую грядочку. Это моя новая грядка, куда я перенесла десятилетний куст Limelight.
Сюда же я высадила все рыхлые гортензии, которые, ну, с рыхлыми соцветиями, гортензии высокорослые, которые я приобретала вот в последнее время. А во внутренний, вот сюда, вот в этот ряд, высаживала все гортензии, которые, ну, практически все, скажем так, которые такие плотные, да. И вот здесь вот у меня отходит самая большая радость. Это у нас скайфл. Скайфл. То есть вверх там были почки. Вот здесь вот сверху были почки. На вот этих огрызочках, да, были почки. Но из-за того, что рана открыла, почечки подмерзли. Вот. Ночью почки подмерзли и начали отходить нижние почки. Вот будет 4 побега. 4 побега будет. Ну и замечательно. Когда зацветет, тогда и зацветет. Я все продолжаю подкармливать. Вы все будете видеть вместе со мной. Я буду стараться снимать уже чаще, потому что они растут уже на глазах. Побеги просто вытягиваются. Помогает им в этом осмокод, полив. Также помогает в этом укоренитель. Вот такие вот кустики. Вот мне, конечно, такие кустики не нравятся. Тоненькие веточки. Что-то тут наверху, толстые уже побеги. И что это будет дальше, я не знаю. Вот красивые побеги. Сейчас покажу. Вот они, побеги от основания. Вот они мне нравятся. Сейчас раскрою. Вот эти побеги мне нравятся. Вот они основные. А это все мелочь, которую надо было убрать и дать возможность растению снизу дать красивые толстые побеги. И здесь тоже внизу вот не отходят побеги, они тоже тоненькие. Я хочу, чтобы кусты у меня выглядели вот так. Хотя бы. Вот это лайм-лайты. Отлично себя чувствует. Как будто бы я их и не делила. А так оно и было. И это новичок от Евгения Еврофлора. Все, всем спасибо. Встретимся в новом видео. Пока-пока. Будем теперь встречаться еще чаще. Делать обзор моей коллекции, да? Пока-пока.